В Нахимовском военно-морском училище прозвенел последний звонок. Поздравить выпускников пришли глава Владивостока Константин Шестаков, министр образования Приморского края Эльвира Шамонова и другие гости. От имени губернатора Приморского края Кожемяка Олег Николаевич и от себя лично поздравляю всех с последним звонком. Уважаемые нахимовцы, выпускники, вы показали о том, что вы дошли достойно до этого сегодняшнего дня. И впереди у вас экзамены, которые продемонстрируют всему училищу и младшему вашему поколению о том, что нахимовец – это сила. Для училища этот выпуск уже шестой. В 2024 году 60 кадетов получат аттестат о среднем общем образовании. Сегодня один из самых важных и запоминающихся дней в вашей жизни. Совсем скоро для вас прозвучит последний звонок. Я от всего сердца поздравляю вас с этим праздником. Пришел ваш черед сделать уже очередной шаг во взрослую жизнь. Продолжилось мероприятие поздравлениями от педагогов, наставников и родителей. Первокурсники вручили тем, кто сегодня покидает училище, приглашение на свой будущий выпускной, который состоится в 2030 году. Кадеты-выпускники подготовили прощальный музыкальный подарок. Они спели песню, в которой поблагодарили не только училище, но и выразили почтение России. По доброй традиции в конце мероприятия ребята отпустили в небо белых голубей, которые символизируют мир, добро и духовность, а затем исполнили школьный вальс. Напомним, что по рекомендации Министерства просвещения России выпускные вечера во Владивостоке пройдут 28 и 29 мая. Юлия Ракоцкая, Степан Скляров, Ксения Быкова. Новости на Восьмом.